очень приятно. И, собственно говоря, я для начала вас поздравлю. Дом управления решило за нас, может быть, и совместно с нами, о том, что наш дом избрал новую форму управления. Непосредственная форма управления, это так называется. И теперь, собственно, мы с вами вместе должны как-то нести бремя ответственности за наш с вами общий дом. Все это происходило 25 числа. Протокол прошлого собрания висит на стене. Если кто не видел, я могу пустить чат посмотреть. Ну, давайте. Вот. На том собрании были избраны председателем совета дома, собственник квартиры номер 11, Классова Татьяна Валентиновна, и два члена совета дома, Шалобнева Фаина Борисовна и Новоселов Андрей Евгеньевич. Стоят подписи, ну и практически по всем пунктам голосования 100% прошло. Из всех собственников присутствовал, голосовали жилые помещения, поэтому сложно сказать, сколько квартир, проголосовали 1678 квадратных метров. Ну вот, сложно говорить по количеству, поэтому вот как-то так. Да, собственно, на сегодняшнем собрании, инициатором которого выступил я, ваш сосед из первой квартиры, меня зовут Александр, моя фамилия Киселев. Да, на сегодняшнем собрании есть предложение, во-первых, обсудить протокол того собрания, выслушать представителей мэрии энергосбыта, чем нам все это грозит, во всяком случае, первым счета нам придут именно от мэрии энергосбыта, уже примут они в следующем месяце. И главным пунктом оспорить тот протокол и подписать обращение прокурора города господина Маясова.